Желкуарское водохранилище построили в далеком 1964-м. Изначально водосбросное сооружение, которое возвели в том же году, было рассчитано на 520 кубических метров в секунду. Фактически максимальный приток воды превышал эту норму в полтора раза. В результате, по словам специалистов, периодически проходило переполнение водохранилища и разрушение плотины. Крупные аварии были в 2000-м и 2005-м годах. Тогда подтапливало крайние улицы поселка Забеловка. Для того, чтобы избежать катастрофическую ситуацию на водохранилище, был разработан проект по реконструкции водохранилища со строительством водосбросного автоматического сооружения. Автоматическое, значит, без участия людей, вода переливается и уходит туда вниз. Согласно официальным данным, на реконструкцию обводного водосбросного канала потратили 1 миллиард 60 миллионов тенге. Львиная доля средств была выделена из резерва правительства Республики Казахстан, а часть из областного бюджета. По оценкам экспертов, нововозведенное сооружение будет пропускать 620 кубометров воды в секунду. Вкупе со старым гидроузлом сброс будет достигать отметки в 1400 кубометров в секунду. За историю Житогорецкого района 5 раз Шелкуарское водохранилище были порывы, которые серьезно влияли на водообеспечение, ставили всегда под угрозу обеспечение Житогорецкого района населения, ну, соответственно, естественно, и затапливало Забеловку. С вводом в эксплуатацию данного сооружения практически исключается возможность критической ситуации на водохранилище и подтопления села Забеловка. Теперь дело за малым, отмечают специалисты. 11 марта этот объект должен пройти рабочую комиссию. Еще спустя неделю на Желкуарское водохранилище прибудут уже члены государственной комиссии. А вот главную проверку устроит вода, которая, по информации синоптиков, придет в третьей декаде марта. Бауржан Ержанов, Артем Грабов, РТН, Житогоринский район.